Книга «Открытым оком», тема «Богослужение», второй том, вопрос 746. Нужно ли особо почитать чудотворные иконы? И если нужно, то как? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если бы сейчас показать схематично, в виде графика, как возникало и возрастало почитание храма, мощей, свечей, икон, вериг, одежд, мест, различных вещей, то мы бы увидели напротив надписи «Апостольские времена» по всем этим вещам ровную горизонтальную прямую. И если бы рядом изобразить в виде графики веру во времена апостолов, то далее было бы увидели, что в те времена, когда вера уменьшалась, почитание этих вещей увеличивалось. Никакого значения не нужно придавать тому, что икона чудотворная. Это очень опасное явление и ведет к неприкрытому грубому языческому идолопоклонству. Есть икона, мы лобызаем ее в храме на аналое в определенное время, когда подходим ко Христу. Все дальше этого идти уже не нужно. Чудотворна она или простая. И каноны 7-го Вселенского собора более ничего не требуют. Все остальное мы уже потом придумали. В Писании не написано, что непочитающие иконы погибнут. Нельзя быть хулителем, святотатцем, а остальное предоставить воле Божией.